Ненецкий автономный округ. Расположен на севере восточноевропейской равнины, большая часть за полярным кругом. Омывается Белым, Баренцевым, Печорским и Карским морями Северного Ледовитого океана. Включает острова Колгуев и Вайгач, полуострова Канин и Югорские. Граничит с Республикой Коми, Архангельской областью и Ямало-Ненецким автономным округом. Округ входит в состав Архангельской области Северо-Западного федерального округа. Как равноправный субъект Российской Федерации, обладает на своей территории всей полнотой государственной власти. Административный центр округа – город Нарьян-Мар, динамично развивающаяся столица одного из крупнейших нефтедобывающих регионов России – культурный центр округа. На площади около 49 квадратных километров проживает 23 тысячи человек, занятых во всех сферах деятельности. Основой экономики города составляет топливная промышленность, нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая и газодобывающая. Город обслуживает современная мощная электростанция. Все объекты Нарьян-Мара, поселка Искателей, Красного и других газифицированы. Кроме того, Нарьян-Мар – крупный торговый порт. Расстояние от Москвы до Нарьян-Мара – 1500 километров, от Архангельска до Нарьян-Мара – 660 километров. Ближайшая железнодорожная станция «Усинск» находится на расстоянии 420 километров по зимней дороге. Большое значение для экономики округа также имеет геологоразведка тундровых и шельфовых месторождений. Первое из месторождений – Шапкинское нефтяное месторождение, открыто в 1966 году. Последнее из открытых – Кибевийское в 2007 году. С 1988 года промышленная добыча нефти ведется на 5 крупных, 16 средних и 57 мелких месторождений. С 2014 года отгружается нефть нового российского сорта «Арго» первого месторождения на арктическом шельфе «Приразломного». Агропромышленный комплекс Ненецкого округа – одна из составляющих экономики региона и основной источник жизнеобеспечения коренного населения. Производством сельскохозяйственной продукции занимаются 25 хозяйств с различной формой собственности, 38 крестьянско-фермерских хозяйств и 192 личных подсобных хозяйства. В сельскохозяйственной отрасли занято около 3000 человек, из них 2000 – представители коренных малочисленных народов Севера. Этнообразующими, этносохраняющими видами традиционной хозяйственной деятельности для малочисленных народов являются оленеводство, рыболовство, охота, собирательство, традиционные и художественные промыслы. Разведением домашних северных оленей занимаются 14 оленеводческих хозяйств и 9 семейно-родовых общин. Протяженность пастбищ составляет от 800 до 1000 километров. Поголовье скота – более 140 тысяч голов. Промыслом рыбы в Ненецком автономном округе занимаются 11 рыболовецких производственных кооперативов, имеющих собственный флот в количестве 4 судов, 17 коллективно-фермерских хозяйств, 3 семейно-родовые общины, занимающиеся рыбодобычей и реализацией продукции на рынках округа, и 14 индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица. Единственный в Ненецком автономном округе муниципальный район – Заполярный. Практически вся его площадь находится за полярным кругом. Административный центр – поселок Искателей. Площадь района около 170 тысяч квадратных километров, что равноценно 4 Швейцариям. Наибольшая протяженность с севера на юг – около 320 километров, с запада на восток – 950 километров. Район занимает всю территорию Ненецкого округа, за исключением земель городского округа «Город Нарьян-Мар». В состав района входят межселенные территории и 19 муниципальных образований, поселений, в том числе одно городское и 18 сельских. Всего 42 населенных пункта. Численность района составляет около 23 тысяч человек. Администрация Заполярного района – учредитель 56 образовательных учреждений. Район исполняет 26 вопросов местного значения и отдельные госполномочия – опека, северный завоз топлива, распоряжение землей. Приоритетные направления работы – развитие производства на селе, поддержка малого и среднего бизнеса, модернизация ЖКХ, развитие энергоэффективности. В 1977 году Ненецкий национальный округ был переименован в Ненецкий автономный округ. В 1993 году Ненецкий автономный округ в соответствии с Конституцией Российской Федерации получил статус субъекта федерации. За достижения в хозяйственном и культурном строительстве, а также в связи с 50-летием региона, округ награжден орденом Трудового Красного Знамени. За большие заслуги трудящихся в деле укрепления братской дружбы советских народов, достижения в хозяйственном и культурном строительстве и знаменование 50-летия СССР, округ награжден орденом Дружбы народа. Орденские ленты этих наград украшают герб Ненецкого автономного округа.